Междуреченцев зовут проверить родинки. В дермовенерологическом отделении больницы на проспекте 50-летия Комсомола 9 пройдет акция «Осторожно, меланома». 10 февраля с 12 до 15 часов желающие смогут бесплатно пройти обследование дерматоскопом на наличие онкологических заболеваний. Врачи отмечают, по статистике, каждое третье онкологическое заболевание, диагностируемое в мире, это рак кожи. Исследования продемонстрировали повышение риска развития злокачественных меланом у женщин, регулярно посещающих солярий. Ранее выявление болезни дает высокий шанс излечения.